Ой, что-то залагало. Всем привет, YouTube. С вами Михаил Супер, и сегодня я решил вспомнить такую замечательную игру, как GTA Vice City. А помните, в детстве нам для счастья было достаточно сыгрануть в GTA. Неважно, что там графика может быть не такая прям была сочная, как в других там Crysis'ах и прочего. Здесь была некая свобода. И вот я решил скачать в 2020 году саму Vice City, еще и поставить поверх нее мод. Казалось бы, мод, он существует для улучшения или преображения игры в лучшем виде, но данная модификация, наоборот, делает помехи, создает, делает вид такой, знаете, кассеты, будто я смотрю фильм начала 90-х годов, сижу с батей у телеков, он попивает пивца, а я наблюдаю за всей этой гангстерской сагой. Вот только посмотрите, какая четкая восьмерка, но это мечта просто. Мечта в прямом смысле слова. Давайте попробуем сесть. Еще и низкая панель. Что может быть лучше? Написано «Адский». Видимо, адский автомобиль. Жалко, номер не три шестерки. Ну что ж, давайте нарвемся на местных гангстеров. О, с них выпал бесплатный травмат. Мне это нравится. Так, а что его надо заменить? У нас еще бесконечное оружие именно в этой модификации. Меня это очень сильно радует. Вот. Почему я решил поставить именно мод, сделанный в СССР? Это потому, что это как-то, знаете, бьет аж по ностальгическим таким воспоминаниям, когда включаешь телек, а там показывают новости, там, да, какие-то тачки советские и прочее, там, 2002-2003 год. Тогда еще не было там крутого телевидения, и я смотрел разные передачи там на старом телеке, вот это дает прям такую, эх, слабину, поэтому я скачал именно эту модификацию. Давайте покатаемся, поностальгируем вместе. Пазни 412. Эх, не успел уехать. Но ничего страшного. Давайте посмотрим, как все это выглядит днем. Небо стало более реалистично. Ну и самое интересное, это как объекты с такой синевой подгружаются. Так, видимо, какая-то перестрелка. Криминальные там союзные годы прошли. Ох ты, какая победа, а? Блин, мне она так нравится. Вот так посмотрите, это настоящее ретро. Эх, только вот на ретро нам не получается угнать от полицейских. Нас сразу же догоняют. Так. Снова 12 часов ночи. Мы попали в штаб. Берем полицейского. Все, теперь нас никто не заметит, я думаю. Все, я в вашей шкуре, только я в другой форме, видимо, я шериф. Буду наказывать всех подряд. Ладно, вперед. Вперед, погнали. Так, а чем мне оружие? С него ж выпал травмат. Так, все, берем. Четко. Можем устроить прямо здесь нормальную такую потасовку. Перестрелку. Так, ну что такое, а? Не могу выйти. Круто подсвечиваются надписи, особенно желтый фон. Будто название какой-то передачи. Ах, какая копейка, а? Блин, все-таки раньше были цвета более такие, знаете, яркие у автомобиля. А сейчас какие-то серые, красные, синие, в общем, не выделяются из толпы. Особенно вот мне нравятся хром-элементы и клыки на таких автомобилях. Все-таки копейка это такое, знаете, я бы сказал, среднепазнее ретро. Она дает, в принципе, такую драйв и мощь. И какой-то намек на современность, нежели там победа или зим. Но все же, блин, столько лет прошло уже. 50 лет почти. Ух ты, какой москвич. Блин. Вы слышали? Только что какая-то музыка прозвучала. Кто знает, откуда эта мелодия, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ах, надо валить скорее. Нифига он валит. Блин, круто. Опять эта мелодия. Как ее вообще вытащить оттуда? Я бы ее на мобильник поставил. Ох ты ж. Какая погоня. Но москвич всех опередит. Такой раритет. Блин, а я помню, во дворе у меня такой же гнил когда-то стоял. Лет 10 назад. Потом его в металл сдали, конечно же. Классная машина была для своего времени. Музыка еще такая забавная просто.
Ну-ка, а что если я введу SeaWays? Теперь наш москвич может плавать. Эх, помню эту фишку. Мне всегда нравились коды. Когда я играл в Vice City в далекие 2000-е года. Такая ностальгия. А особенно с этим графическим модом. Блин, ребят, вы не представляете. Я, как старик той эпохи, скачал эту замечательную игру. Чё за глюк? Ну, конечно, такого не было. Ну, или было в делюкс-версии. Там невозможно было пройти миссию на лодках. Но все равно. Блин, я считаю эту игру самой солнечной. Самой такой яркой представительностью. Блин, все хана. Ярким представителем вообще серии игр GTA. Все, капец. А выйти-то как отсюда? Она не едет. Надеюсь, она провалится, и мы провалимся сквозь карту. Но нифига. Конец. О, снова днем возродились. А где скорая? Всегда мечтаю тут увидеть трафик. Но его нет. Кругом бомжи. Видимо, произошел какой-то переворот, и все тачки исчезли. Остались бомжи на улицах. Весь металл, походу, уже распродали, сдали. Москвичи там ушли в металл. Кстати, в своем городе вы вообще видели хоть раз Запорожец, чтобы спокойно ехал где-нибудь вот сейчас? Я вот нет. Тот же 965-й, горбатый, блин. Его упоминание было еще и Простоквашино, вот это я прям помню. Но я не могу найти их, даже в игре сейчас хотел бы найти. Ух ты, какой москвич, а? Блин, почта всегда долго едет, я знаю. Но этот прям какой-то шустрый получается. А чё, ничего не происходит? А, видимо, в них нужно стрельнуть, ну давайте. Так, а у нас оружия нет. Блин, походу надо ввести код. Я помню код на оружие, Nuptor Tools. О, все шикарно. Люблю этим делом заниматься. А особенно, когда у нас тут стоят бесконечные патроны. Вот это реально прикольно. Обстрел, обстрел, чуваки. Прикольная анимация. Особенно, когда он падает. Прям как в каком-то боевике советском. О, Волга, это ж роскошь. Вот такой бы сарай сейчас иметь, блин. И, кстати, фиг где купишь. Или купишь только за большие деньги. Настоящий раритет. Вперед! Подрыв. К сожалению, ни копейки. Ох, надо бежать. Все, сейчас будет мясо. Сейчас будет взрыв. Смотрим. Крутые парни не смотрят на взрыв на самом деле. Так что поэтому я отвернул камеру. Ух ты ж. Что это за представительская тачка? ФБР Вашингтон. На самом деле мы знаем, что это чайка. Роскошный белый автомобиль. Не хватает только фараона. Скр, скр, скр. Я, кстати, вспомнил там, ну, правда, там не Зил был, там, Линкольн. Ну ладно. Блин, все-таки реально, раньше умели делать машины. Вы только посмотрите на них. Столько хрома. Блин, салон под дерево. А что это у меня камера переключилась? На полицейских. А, это типа камера... Камера от копов? О, прикольное преследование. Ну все, вперед от них удирать. Давайте ему подставу сделаем. Бух. Ха-ха, тупой. Развернемся. Это что-то новенькое. Никогда не думал, что камера будет следить за ботами, за полицейскими. Настоящая погоня. У меня так круче тачка, чем у них. Лимузин такой. Ух ты ж, как барахлит, а? Фары от шахи, небось? Луноход! Посмотрите, там луноход был. Блин, пора отжать луноход. А где водитель? Видимо, призрак. Так, призрак моей оперы. А, это что было? Прикольно, ладно, поехали. По маршруту. Теперь нас не видно. Интересно, где Томми сидит? Вот это я не понимаю. Еду в автобусе, значит. Не вижу ни себя, ни людей, никого. Мне охота взять и прокатиться с трамплина на этом лязе. Что из этого будет, я не знаю, но, блин, я хочу просто прыгнуть. Все-таки этот мод не зря скачал. Он дает, знаете, такую
долю ностальгии, когда играешь в эту игру. Хоть и сейчас есть куча фильтров в Инстаграм, да и не только в Инстаграм, люди стараются как-то ухудшить фотографию там, кучу шейдеров, всякие там, не знаю, размытия. Этой игре ничего не надо делать. Я считаю, что... Блин. Ух ты ж, у нас еще и пассажир был. Вылазь. Откуда вы все спавнитесь? Блин. Блин. Надо бежать отсюда. Сейчас будет 4 звездочки. Сейчас будет мясо. У нас куча оружия, нам пофиг. Во, вот это еще круче. То, что москвич был, блин, я... Я спалил москвич, жаль. Вот рафик, наконец-таки рафик к нам едет. Столько тачек, блин. Вот это, кстати, 41-й москвич неплох. Особенно с двигателем от Шахи. Тут у нас что? Тут Минский стоит. Ох ты ж, нас тут атакуют, а я москвич разглядываю, ну да. Москвич поважнее будет. Ну что, избавимся от этого вертолета? Ну да, не так, ну давай падай уже, а? Что такое? Обстрел! Настоящий обстрел! Давай, по кругу его. Все, четко. Избавились тут от одной проблемы. Ух ты ж. Жестко. Кто там такой смелый? Знаете, походит на какой-то сериал, который снимали там в 90-х годах. Любительская такая съемка. О-о-о! Не-не-не, ты меня не остановишь. У меня теперь есть Волга-Гепард, как ее называют. Блин, вид имеет. Вот тут-то и можно полетать. А я хочу, знаете, куда зайти? О, на дискотеку. Посмотреть, что там происходит. Ну, здесь все по-старому, особо каких-то я приколов тут не увидел. Блин. Хочется скорее сбежать отсюда. Ну, кину им бомбу напоследок. Ну что, веселимся? Веселимся вместе. Все, практически никто не танцует. Я танцую один в клубе. Так. Посмотрите, руль уже даже с кольцом. Блин, настоящая классика. Ретро. Конечно, бампер уже потеряли, жалко. Хотя я могу на разборке найти подобное. И эту машину мне сейчас не отремонтируют, к сожалению. Нам надо доехать до супермаркета. И чем скорее, тем лучше. Потому что нас могут прикончить. Я, конечно, могу ввести аспирин. Но, блин, не хочется как-то вообще. О, какая развалюха. На автобусе доеду. Думаю, будет быстрее. Если его не прикончат. О, какой классный, а? Лиас. Все, вперед. Что-то у него на крыше. Кто знает, что на крыше у него, пишите в комментариях. Мне немножко непонятно, что это такое. Или газовое оборудование, или что, как сейчас на пазиках ставят. Что это такое вообще? Напоминает, знаете, какой-то багажник на крышу. О, мы почти уже на месте. Вообще классно. Ну что, зайдем в магазин. Посмотрим, что там. Как это будет выглядеть. А знаете, выглядит совсем неплохо. Мне даже нравится. Только что-то... С тенью, не знаю. Все, отлично, покушал. Что-то в меня стреляет, а? Я сейчас здесь не оставлю ничего. У меня супероружие. Ну-ка пошли вон. Откуда вы все спавнитесь, я так и не понимаю. Только же вроде всех уничтожил, а вы снова здесь. Так, я хотел побежать, а меня кормят бургером. Да-да-да, специально для тебя, сэр. Четко, просто четко. Знаете, как-то тяжело даже прицеливаться. Четкости определенно нет. Этот прицел на весь экран. Тоже как заставляет прям. Так, тут у нас что? Почему они не разбегаются? Могли бы уже куда-нибудь убежать. Все, всем крышка, ребят.
дискотека окончена. Все, по домам. Скидки закончились. Блин. Чё они тут толпятся? О, как залагало. Ну что ж, на этом я думаю закончить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. И помните, что не все моды могут улучшать игру. Некоторые бывают её